Наступила весна, вот такая красота у нас здесь, винограднички, цветут деревца, сад, там работают пасечники, и невозможно было без внимания оставить вот такое явление. Кто смотрит регулярно мои видео на канале, тот помнит, что была такая публикация в эксперименте выращивания вешенки на целом тюке солом. Удалось мне его инокулировать. То есть, вот, как вы видите, зарос он довольно-таки хорошо. И, естественно, с наступлением весны я всем советую, ну, покажу вот другой. Это был неудачный эксперимент. Ну, там была ошибка, дело в том, что инокулировал тюк. Я не учел тот факт, что он был, он просто перегретый был. Мицелий внутри сгорел. Когда я туда его залил, просто мицелий сгорел. И фактически из этого ничего полезного не получилось. Хотя какие-то там явления роста мицелия вроде бы есть. Но это уже, я так думаю, что это брак. А вот здесь... вот такой результат. Что нужно сказать сразу? Первый урожай, который я собрал из этого тюка, был ровно 1,5 килограмма грибов. Это сразу скажу всем тем, кто гонится за большими размерами блоков. Я сразу вам скажу, чем больше блок грибной, тем меньше выход. Меньшие блоки дают больше результата. Но понятно, что есть параметр какой-то разумной целесообразности. То есть никто не будет там делать блочки для вешенки по 0,5 килограмма или там в 0,5-литровых баночках. Есть какой-то разумный размер. Ну, для вешенки это есть приблизительно 5, 6, 8 килограмм. На тюке за первый раз я собрал 1,5 килограмма. Теперь я его вынес на улицу, и на улице, как видим, вот такой результат. Эта штука, как видите, немножко такая загрязнилась, потому что она отвалилась просто уже от своего веса. К сожалению, вешенка, которая выращивается на улице, то она не такая чистенькая, как та, что в помещении. Давайте сейчас сделаем, значит, сбор урожая и потом сделаем контрольное взвешивание того, что у нас получилось при сборе.